Привет, друзья! В этом ролике я хочу рассказать, какой же можно сделать шлем для мотоцикла BMW R9T. Мотоцикл имеет у нас штатную двухцветную раскраску. Это синий перламутр и молочный белый. А шлем, как видим, не соответствует. Было принято решение сделать вот такой дизайн. Как видите, качественный дизайн и исполнение творят чудеса. Подписывайтесь на канал, следите за новостями, а еще лучше звоните по телефону, и мы для вас сделаем что-нибудь интересное.